Всем привет! Вы на канале Just Cars. И сегодня я покажу новости Hot Wheels, какие Hot Wheels будут в будущем, какие СТХ-шки новые, какие премиум модели и все остальное. Начнем мы с будущих мейнлайнов, нынешних или скорых мейнлайнов, и потом пойдем по нарастающих поинтереснее. А это у нас новая коробочка, в которой лежат пакетики и в которых есть три скрытых тачки. Это BMW, Datsun и Porsche, которые даже не показаны на картинке. Они у вас сейчас показываются, сейчас будет Porsche после Datsun. Вот Porsche, вот такой вот красивый, красный, с полной проработкой. Ну, конечно, задника нету, но тоже пойдет. И это у нас новый замок для какого-то магазина. Это 10-пак, или как он там, эксклюзивный Porsche. Morris Mini TH, STH Skyline, STH Volkswagen, новый Mustang STH с двумя разными колесами, даже еще не на карте. Также был замечен DeLorean Monster Truck, Custom Corvette RLK, будущее RLK Volkswagen, будущее Redline Skyline 2010, новый набор из 8 штук Line Customs, 3 новых набора Matchbox и еще один Matchbox, какой-то набор из 5 штук. Новый RC Batman. И напоследок премиум модели DC, всех Бэтменов TV Series и все остальное. Вот в таком мастер-сете 21 года нашли Камара нового цвета. У матчбокса появились тоже премиум модели. Вот такой вот Chevy, который будет продаваться по $25. Ну а следующая порция, вот такой вот ролик, где я покажу новости, будет тогда, когда появятся новости. Ну а всем спасибо, всем пока.